Переговори щодо членства в ЄС розблокували не лише для України. Право на вступ до Євросоюзу отримала і Молдова. Також країна отримала майже 42 мільйони євро на розвиток коридору солідарності на кордонах із нашою державою. Ну і більше про європейські прагнення Молдови і про політичну кухню цієї країни ми пізніше поговоримо із Андрієм Курирау. Це експерт з Молдови. Ми очікуємо на включення з ним найближчим часом. Ну, а поки що з нами на прямому зв'язку. Так, мені підказують редактори, що все ж таки вдалося відновити зв'язок з Андрієм Курирау. Я нагадаю, це експерт аналітичного центру Watchdog, наш гість з Молдови. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Президентка Молдови Майя Санду висловила подяку Європейському Союзу за рішення розпочати переговори про вступ до ЄС. Це зрозуміло, і це показує, що Молдова готова виконувати необхідні реформи для цього. Які основні виклики на шляху Молдови до Євросоюзу є от зараз, на сьогодні? Як, власне, Молдова планує виконувати всі необхідні реформи? Із 9 рекомендацій, які нам Евросоюз предъявил, проблем у нас пока что по трем. Это реформа юстиции, деолигархизация и реформа антикоррупционная. Все три между собой связаны, поэтому для нас самая большая проблема, с которой мы сейчас боремся активно, так как и на правительственном уровне, так и как представитель гражданского общества, это реформа юстиции. Если мы начнем правильно все это реализовывать, остальные элементы будут проще и лучше идти. И, конечно, имею в виду, что Молдова аграрная страна, для нас этот вопрос тоже будет довольно-таки объемным, не сказал бы трудным, потому что надо принимать европейские стандарты, надо эффективность повышать в сельском хозяйстве для того, чтобы быть конкурентным на европейском рынке. Пане Андрію, от, власне, та ж таки президентка Майя Санду, вона постійно наголошує на важливості спільного шляху Молдови і України до Європи. І вона відзначила, що Молдова не була б на цьому шляху без відважного опору України проти жорстокого вторгнення Росії. Це цитата буквально. Яким чином події в Україні впливають на євроінтеграцію Молдови і як Молдова може підтримувати Україну в її опорі? Наскільки взагалі однозначна зараз позиція країни щодо нас, щодо України? Насколько ми знаємо, по неофіційним каналам було навіть представлення того, щоб Молдова йшла по своєму пути. Для нас це і стратегічно, і принципіально неправильно. Ми розуміємо, що украинский народ сейчас борется за свободу всего континента. Республика Молдова не получила бы точно статус кандидата и не начала бы сейчас переговоры без Украины. Кроме того, надо понимать новые геополитические реалии. Для того, чтобы Республика Молдова эффективно смогла интегрироваться в Европейский Союз, нам нужна поддержка Украины, и мы готовы поддерживать Украину, в том числе в процессе реконструкции после войны. Наши экономики очень взаимодействуют, и для нас и принципиально, и символично, и я думаю, что морально правильно идти в связке с Украиной, и эта официальная позиция, не думаю, что будет изменяться для нашей страны. Євросоюз сподівається, що Молдова вступить до блоку у своїх міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Придністров'ям. І ця позиція, власне, показує, що в ЄС прагнуть до збереження територіальної цілості Молдови. Однак це також акцентує на складності вирішення проблеми Придністров'я. Які можливі шляхи вирішення цієї ситуації і чи впливає напряму це на швидкість євроінтеграції? Когда в Молдове происходил саммит Европейского политического сообщества, и Шарль Мишель, и другие официальные лица Евросоюза говорили про прецедент Кипра, который интегрировался только независимая часть, так называемая греческая,
А турецкая тогда провела референдум, захотела вступать в Евросоюз вместе с греческой частью, но греческая часть не согласилась. Я думаю, что это довольно-таки релевантно для Республики Молдова. Конфликт в Приднестровье заморожен, и мы не видим военного решения данного конфликта. Более того, с тех пор, как более тщательно охраняются границы, элемент контрабанды, который был особенно важен для поддержания режима в Приднестровье, практически не существует больше. Там большой экономический кризис. Более того, есть велика возможность того, что они боятся украинских сил, которые могут реализовать специальные операции для того, чтобы нейтрализовать российские контингенты там и так далее. Сейчас открытость Республики Молдова для демилитаризации и решения конфликта очень большая. Но для нас это, опять же, принципиально должно быть решение, которое основывается на принципе переговоров и не на военном решении данного конфликта. Ну, ви правильно сказали, що Молдова може спочатку вступити до Євросоюзу без Придністров'я, і в ЄС цього також не виключають. Але все ж таки там сподіваються на паралельний процес євроінтеграції усіх регіонів. Які стратегії може тут розробити Молдова для реінтеграції Придністров'я? І яким чином ЄС може допомогти в цьому процесі? Як ви загалом сприймаєте таку позицію? Це хороший прецедент чи не дуже? Для нас стратегія так називаємо 3D. Демилитаризация, декриминализация и демократизация региона. Конечно, это все зависит от победы Украины в войне, от того, чтобы этот фактор российский, который поддерживает свой регион. И, кстати, без так называемого бесплатного газа из России, который, в принципе, просто приходит как долг бюджет Республики Молдова, за него приднестровцы не оплачивают, вообще не может экономически существовать этот регион. То есть, когда будет возможность решать, мы пойдем сначала по демилитаризации, то есть любые военные силы в регионе должны отсутствовать. Второй элемент – декриминализация. Там есть большая группировка, экономически преступная, шериф, которая должна либо войти в законное русло, либо уходить из этого региона. И демократизация, возвращение в конституционный строй Республики Молдова, в том числе с довольно-таки большим уровнем автономии, как у нас по нашему законодательству и представлено. Конечно, тут есть три фактора, о которых мы должны говорить. Первое – это, конечно, победа. Второе – открытость и ЕС, и Украина для того, чтобы поддерживать нас в этом процессе. И третье – понимание и народа Республики Молдова, и населения Приднестровья, что нету между нами нету такого конфликта, который невозможно было бы решать, и все это должно быть на консенсусной основе. А яка на сьогодні загалом внутрішня атмосфера в Молдові? От ЄС допомагає країні у видаленні брудних грошей з молдавської політики. Як відзначив Яніс Мажейкс саме про це. Втручання Союзу внутрішні справи Молдови, по факту, воно спрямоване на боротьбу з корупцією і впливом олігархів. Як вся ця допомога від ЄС впливає на внутрішню політику Молдови? Чи завжди народ, власне, розуміє, и чи завжди підтримує отакий вплив и такие зміни? К сожалению, в связи с тем, что активизировалась Российская Федерация в Республике Молдова на трех уровнях. Во-первых, они регистрируют разные партии, которые официально не поддерживают Кремль, но понятно по им воззрениям, по тем лидерам, которые там есть, что они прокремлинские, и они поддерживают видение Путина. Второй элемент – в нашу экономику вливается очень много денег по неофициальным каналам,
будь это криптовалюта, будь это незаконные инвестиции, которые приходят для прямой покупки голосов и переманивания, например, мэров городов вот в такие партии. Мы видели ситуации, в которой израильские граждане предлагали инвестиции до 100 тысяч евро в разные села для того, чтобы мэры этих сел переходили в эти пророссийские партии. Поэтому мы сейчас стараемся сохранить демократию Республики Молдова. Если в Украине мы видим открытый конфликт, в Молдове конфликт имеет электоральную сферу и также сферу влияния и сферу дезинформации. Очень много дезинформации связано с перспективой Республики Молдова и Украины в Евросоюзе. От довольно-таки вегетарианских воззрений, что нас там никто не ждет и мы не сможем туда интегрироваться, до того, что мы потеряем суверенитет и все будет решаться Брюсселем. Либо это такая сложная схема для того, чтобы Молдову внедрить в структуры НАТО, тут создавать базы НАТО, а в Евросоюз так и не принять. Мы все эти нарративы мониторим, стараемся с ними бороться. Конечно, для такой маленькой страны, как Республика Молдова, бороться с олигархами, бороться с воздействием России очень сложно. Поэтому мы рассчитываем на помощь Евросоюза и всех партнеров в этом процессе деолигархизации после так называемого кейса миллиарда долларов, которые ушел из экономики Республики Молдова. Мы все чаще видим, что эти деньги используются для подрыва конституционного строя здесь. И некоторые граждане, особенно самые бедные, самые не у которых доступ к информации очень закрыт, даже верят в эти нарративы, о которых мы говорим. Пане Андрію, на жаль, у нас закінчився ефірний час. Я би ще з вами говорив. Дуже вам дякую. Цікава була розмова. Ми говорили, нагадаю, про політичну ситуацію в Молдові, про європейські прагнення цієї країни з Андрієм Курирау, експертом аналітичного центру Watchdog.